17 тысяч квадратных метров – это примерно 3 футбольных поля. Такую площадь занимает крупнейший в Сибири распределительный центр. Его открыли в Новосибирской области. Логистический комплекс принадлежит торговой компании «Пятерочка» и обеспечивает поставки товаров в магазины Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края. Как отмечают местные власти, центр не случайно находится в столице Сибири. Территориальное, географическое положение Новосибирска в центре Западной Сибири дает преимущество. Отсюда и развитие оптовых структур, логистических структур, финансовых структур. Распределительный центр мультитемпературный. Это означает, что он разделен на 4 зоны. В каждой с помощью холодильного оборудования создается оптимальная температура для товара. Чтобы поддерживать комфортный микроклимат, в отделении для хранения овощей и фруктов каждые 15 секунд распыляется вода. Максимальный срок хранения продуктов – 1,5 дня. Это позволяет доставлять в города Сибири самые свежие товары. Чтобы все эти магазины каждый день в течение всей своей работы были обеспечены товаром, конечно, нужны такие распредцентры. И обеспечить локальным ассортиментом, не общефедеральным, а именно локальным ассортиментом, прежде всего именно свежих категорий, коротких сроков годности, мы можем только через такого рода распределительный центр. Сейчас логистический комплекс «Новосибирск» обеспечивает поставкой товаров более 180 магазинов. Торговая сеть «Пятерочка» планирует расширяться в Сибири. Для этого ей понадобятся новые площади. У компании-владельца в планах строительство нового, более крупного логистического комплекса. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости.